Какое самое важное качество человека? Я считаю, что самое важное качество человека, которое существует на Земле, это желание продления жизни своего рода. Я считаю, что род человека, он должен существовать. И я считаю, что один из самых пакостных или нарушающих законов – это распространение проституции, распространение педофилии, распространение популяризации гомосексуализма. Я считаю, что преступление против народа – это поощрение распространения наркотиков, распространение употребления солей, которые являются очень тяжелыми наркотиками, разрушающими психику человека, распространение. А ведь это никто сейчас не контролирует. На территории Российской Федерации очень много детей в молодом возрасте до 20 лет используют амфетамины, принимают наркотики, и это свободно, можно купить свободно. Я не верю, что такая страна, как Российская Федерация, не верю, что такая страна, как Украина, с огромным масштабным системным подходом к контролю людей, не может наладить системы, при помощи которых она бы убрала наркотики с территории страны. Алкоголь, возможно, невозможно убрать, но наркотики 100% можно убрать. Тогда это кому-то нужно. Как это в наших странах постсоветского пространства, в странах, в которых никогда никто не знал о наркотиках во времена Советского Союза, сейчас есть наркотики? Это же позор. И та власть, которая говорит, мы очень много сделали, ей нужно сказать о наркотике. Но почему проституция, наркотики, педофилия, гомосексуализм, почему это открыто популяризируется и почему к этому есть доступ? Я приехал в Арабские Эмираты, написал порнография в телефоне и ничего не выдало. У нас можно написать порнография в России, Казахстане, Белоруссии и свободно выдает большое количество.